Вот, мы пришли в колхозные сады. Сегодня 27 июля. Это Уральский, Екатеринбург. Им ехать только 30-го. Мы сегодня ходили за малиной. Ну что, набрали маленько? Набрали немножко, вот. О, говорили, вообще нету. Ну да, поспела, видимо, вот. Покажи. Покажите, ну вот видишь, что? Сейчас, подожди, вот. Как гляну. Ну, покажи, и у тебя да. Набрали все. Вот. Смотри как. Это ты, Максим, сам набрал? Да, сам. Вот все. Это да. Саш, он у нас много сегодня хорошо, малину много собирал. Ну, вот видишь. Три ведра сколько ты собирал? Три ведерка? Завтра, если Господь позволит, я сниму вас, когда будет стадо идти, показать, да, как вы работали. И на этой работе мы, ну, жерди-то привезенные. Да, 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 помню. Все. Вот сейчас мы помолимся здесь. Смотрите, какие сады. Здесь были сады большие, колхозные. Это яблони выродились, ранетки сейчас. Ранетки засохли, а там деревья, березы. Это место очень хорошее. Ну давайте, как бы это я дам вам, я с ними помолюсь. Поставьте пока. Поворачивает. Да, отойди, он на встречу. Так, шапочки долой. Господи Боже наш, слава Тебе. Благодарим Тебя за милости Твои, любовь, долготерпение. Ты показываешь нам, как Ты велик и чуден. Посети слепых, парализованных, обделенных этой жизнью, терпящих бедствия, терзаемых, плененных и убиваемых. Приблизься к ним, порадуй Твоим присутствием в Духе Святом. Ибо Дух Святой сказал, что придя, напомнит обо всем, что Ты делал, дабы мы помнили, что мы живы Твоей любовью. Ибо ради себя Ты сотворил этот мир. Слава Тебе! Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прими нашу молитву воздяние рук, как жертву вечерней, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей. Господи Боже наш, единый во Святой Троице, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, любящий Отец Небесный, прими нашу молитву, а всех, кто заповедал нам молиться, и услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Ты дал нам добрый знак о решении судей, хотя и временное. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Христу. Вот как мы приготовились идти домой. Мы всегда заканчиваем молитвой. Ну что, давай, дядя Вова, держи. Владимир Юрьевич знает свою пасту. Ну что, ребята, хорошо побыли? Да. Все, уходим.